Батя Дрейк, меня заскамили. Так, что это такое? Что это за хуйня? Бля, батя Дрейка, это вообще, бля, мировой мужик, нахуй. Ну-ка. Вот это заебись. Охуенно. Вот это, блин. Мы решили выкидаться. Зачем? Меня заставили. На сигарету. Меня заставили. На сигарету. Блин. Меня заставили. На сигарету. Меня заставили. На сигарету. Меня заставили. На сигарету. Меня заставили. Вот смотришь на Дрейка, вообще не скажешь, что это долбоебская двухметровая шпала, блять. Вообще не скажешь, нахуй. Вот вроде школьник и школьник. Я когда с ним только познакомился, я думал, что он ростом с меня. Причем я пришел в этот, в кафешку или в бар, ебать, Винзек, спасибо, что здесь и самок. Все, беру все свои слова назад, ты самый охуенный, ты самый лучший, блять. Винзек, ты самый охуенный, спасибо тебе большое, бим-бим-бум, бля. Вот, короче, я пришел в кафе, и там сидит типа Дрейк и секс-бомба, а это два чела по 2 метра. Они сидят, и я такой, ну здорово, парни, что, сидим, короче. И мы, вот нам нужно было пересесть за другую сторону, потому что другие люди пришли, вот. И, короче, забыл нахуй. А, про то, что в баре мы пересели за другое место. И, короче, в этот момент, ну, что пересесть, я встаю, и встают Дрейк и секс-бомба. Они, ебать, двухметровые шпалы, нахуй. Я такой, понятно, а я 1.76 м. Ну, я, типа, ну, невысокий. И пиздец. Причем, блядь, так каждый раз все почему-то огромные, я не знаю, вот, как вы вообще из мамы вылезли, как вы вообще поместились, блядь, вот, вы же реально, ну вы же огромные, пиздец, как вы такими стали, это вообще невозможно, ладно я компактный, как велосипед, но вы-то, блядь, жесть. Хотели погулять, накидали что-то, приехали в Марк, мне очень понравилось. Бля, хочу с дядей побухать. Я вообще хочу побухать, пиздец. Очень сильно. Бля, может, сегодня пойду в бар. Что-то я решил. Хочу в бар, бля. Сегодня буду стримить. Кстати, я сегодня стримлю часов 7-8, если что. Так что готовьтесь заранее, я сегодня долго стримлю. Вот, хочу в бар, а еще хочу денег. Ну-ка, быстро, сюда. Ебать. Зачем? Бля, охуенно. Бля, охуенно реально, охуенно мышал. Как будто он Джокин сделал. Нормально. Мне нравится. Вот это заебись. Вот это нормально. Вот это хорошее. Вот это хорошо. Вот это было здорово. Мне реально очень нравится, блин. Это заебись. Это круто. Вот это респект. Вот это реально здорово. Красава.